Добрый день. Сегодня покажу, как я крашу копилки. С чего начать, как красить и на что обращать внимание. Вот, значит, есть копилка некрашенная. Выглядит она вот так вот. Красить мы будем ее на турнетке. Первое. Берем вот такую вот подставку. Вот, и устанавливаем на турнетку. Значит, швы у нас уже зачищены, отверстие пропилено, копилка высохла. С чего начинаем? Начинаем красить с основания. Именно вот с этого места. Почему? То есть, если даже у нас здесь есть какие-то огрехи, то есть краска поменялась в краскопульте, в аэрографе нашем, да? Вот аэрограф, вот она аэрограф, им будем красить. Здесь уже краска в нем налита. 100 грамм краски входит в бачок. Значит, начинаем красить с основания. С основания, и также обращаем внимание при покраске на нижние части, которые в таком положении нам были бы недоступны или не видны. То есть, как правило, эти места внизу, то есть подбородок, к примеру, нос, то, что мы с лицевой части не видим, остаются, как правило, не прокрашены. То есть на них в этом положении обращаем особое внимание. Берем копилку так, чтобы нам было удобно, и начинаем.